Каждый автор, каждая представленная на выставке работа уникальна и неповторима. Художественная школа с момента своего создания является первой ступенькой в мир прекрасного для юных художников. Преподаватели являются ярким примером для подражания. Ученики, видя их великолепные работы, стремятся повысить и свою планку. Не будь сам гением, никогда не научишь другого любить, ценить и также быть творителем искусства и носителем искусства. Вот мои коллеги, я хочу сказать, что они гении. Они дарят людям красоту. Некоторые этюды, представленные на выставке, были написаны в Смоленске и Казахстане. Через них можно проследить географию нашей родины и окрестности Десногорска. Преподаватели художественной школы рисовали в разных жанрах и использовали разные техники в написании своих работ. Прежде всего, выставка нацелена на учеников, которые готовятся к весенним работам. Но она будет интересна и всем любителям прекрасного. Этюды цветов, этюды ветки акации, гладиолус – это все наши дачные красивые растения, которые хочется не просто нюхать и любоваться, еще и отразить в своих работах. Познакомиться с работами преподавателей Десногорской детской художественной школы приглашаются все желающие. Выставка проходит в выставочном зале города. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.